Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Енот, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Bonelab, будем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Енот, у меня для тебя есть подарок. Все, пусть так и будет, тебе очень идет. Тебе нравится? А ну стой, подожди, можно по-другому сделать немножко. Стой, стой. Мне на лысину прилепишь. Я тебе хотел вам тут жопу вставить. Ладно, не получилось. Ребята, смотрите, какая у нас есть бомбёшечка. Если я отойду, трону, она сразу взорвется? Да-да-да. Вообще не затрогать? Да-да-да. Ребята, напишите в комментариях, взорвется или нет, мне даже интересно. Ой. Ой. Я только касаюсь, она сразу такие звуки издает. Ух ты, ё-моё, я ж дёрнулся. Вот мое оружие. Вот что я люблю больше всего. Смотри, что у меня есть. А я цепил вантус. А я могу поиграть? Да. Ничего себе, я гитарист. На гитаре ж так играю, да, вроде бы? Ну, вроде бы. Ой. Нет. Ты удары вырубил, что ли? Да. Что? Гитара так вырубаешь жестко? Отойди, не трогай меня, не трогай! Да ты чё? Ай, я застрял! Хочешь яичницу? Я тебе пожарю. Стой, стой, стой! Да успокойся. О, голова закружилась. Сковородка по морде. Это тебе за теразы. Тихо, да успокойся ты со своим физганом, это же нечестно! Ты без физгана никто. А у меня нет оружия. Без оружия. Какой звук классный, когда тебя по башке бью. Слушай, быстрее меня. Ух ты, нифига себе, с кризиса взял. Ого, да. С одной подачи мне вырубил, что ли? Да. А это нечестно. Ты же видишь, он красный. Это максимум силы. А ну, давай. Ну давай. Иди. Ребята, сейчас мы посмотрим, кто из нас сильнее. Ну конечно, ты же... Вот так, ребятушки. Мощь рулит. Что? А где ты его? Да ну нафиг. Да стой, да брось, подожди, я не буду тебя обижать больше. Нифига себе, ты большой. Покажу интересное место на этой карте. Да мне уже не нравится, как ты играешь со мной. Это нечестно. Брось сейчас, меня. Сейчас. У тебя же не тратится, когда тебя бью? Не, вообще не больно. Только звуки. То, что ты меня бьешь там что-то. У меня лагает все. У меня дергаюсь. Все, бросай меня, бросай. А чё, ты можешь вообще все брать одной рукой на изично? А, косожоп не попал по мне. Опа, не попал. Да, попади по мне бочкой, давай. Опа, косой жоп, косой. Что это, ты можешь брать все? Косой. Надо взять быстрого. Это отвали ты, пожалуйста, не трогай видео. Ух ты, блин. Не надо, не надо, пожалуйста, не надо. Опа. Я знаю, что я тебя не вырублю. Эй, тихо, тихо, успокойся. Я быстрее тебя, ты видишь, ты большой, но ты при этом медленный очень. Поэтому иди, иди. Смотрите, опа. Схватил, схватил, все, 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 все. Я сдаюсь. Ты что, можешь мне этой штукой сейчас бить? Тихо. Попробовал как-то. Ох, есть, руками заблокировал. Не может вырубить. Ты какой-то неадекватный, пожалуйста, не надо. О, у тебя бита есть. Нифига себе ты мощный. Ой, тихо, тихо, все, я не хотел, я случайно, я случайно. О, давайте, короче, кину бутылку, ты ее отобьешь. Давай попробуем. Подожди. У меня проблемы какие-то. Не могу бутылку взять, что за бред? Взял, разбил ее. У тебя молоток в гитаре. А ну-ка. А, все, вылетел. Короче, давай я тебе кидаю, а ты попробуешь отбить. Ребята, немножко не получилось. Меч против ножа. Давай, иди, иди, иди. Давайте посмотрим, смогу я его выиграть или он меня. Ну, кстати, я тебя, наверное, с одного раза не вырублю, а ты меня вырубишь. Ого, смотри, что там, блин, хотел обмануть тебя. Эй, не трогай мой нож. Он просто лежал тут. Отдай, 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 отдай. На, на. Эй.
О, вот он. А, он не отражается в зеркале. Подожди, у тебя в жопе нож. У тебя нож. Какой в жопе? Два ножа. А вот теперь, вот теперь. Ребята, сейчас я ему покажу. Ах ты жопа. Да стой, 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 все, я не буду тебя убивать. Танцуй. Да блин. Видите, он издевается надо мной. Хорошо, хорошо, я запомнил тебя. О, это что за штука? Я еще такого не видел. А этой штукой... Дай-ка покажу. Дай-ка покажу. По голове кинул. Ого! Так это как физган? Тихо, тихо, все, ставь, ставь меня. Давай проверим, что будет, если я в тебя врежусь. А я не могу тебя сбить? Чё за бред? Я ж хочу тебя сбить. Неа. Воу, это целый дри... Ой, так выходит. Что со мной? Переворачивай. Ас, ребятушки. Я что, бессмертие, что ли, подрублено? Что за бред? Чё я не могу его убить? Нет. А ну, где ты? А я вот. Смотри. Да подожди ты. Я стой, не буду. Стой. Я не буду тебя трогать, я не буду. Поговорим? Ого, стой, да пожалуйста, я тебя не хотел обижать, на самом деле я не хотел, ты все, я тебя не могу вырубить никак, а, ты мне руки держишь, она не взрывается, что давай это? Я ее взорву вот так вот, я живой, я какать, давай, пошел, ты куда полез, алло, ты куда, выходи, ты думал, ты меня обманешь, я какать, о, а ну на лицо мне лупани, его нельзя приклеить на лицо? Может, а ну, можно. А ну дай мне его... Ой, его, кстати... Что? Его можно приклеить? Смотри. Эй, да не надо мне его ликлить. Ты чё? Будешь со мной драться? Ух, какой я мощный красавчик. Смотри на меня. Ух, какие банки у меня. Ничего себе. Я тебя вообще не дамажу, что ли? Ну, дамажишь. Дамажь. Надейся. Ребята, я попробую быстро убегать от него, меня не догонит. А, поймал, вырубил, не вырубил, вырубил. Да я поддался специально тебе, понимаешь? Сейчас мы покажем, как этот робот может мочить. А ну покажи, как ты зомбаков будешь растерзывать. Вот это тебя колбасит. Слышь, тебя хэдкраб маленький атакует. А ну-ка, давай, покажи. Нифига себе ты мощный! Ты чё? Ого, ты его рвёшь прям! О, зомби, погнали драться! Давай, Алекс, мы в тебя верим! Ну, Алекс, сильно не мочижешь! Бедная Алекс! Вы чё между собой дерётесь, дураки? Вот это же, что творится! Она еще идет, ей мало. Как игрушечные какие-то. Ты вообще. Вообще ни о чем. А ты можешь их кинуть далеко? Да. Через всю карту. Че, посмотри, как это будет выглядеть. Ну, они какие-то хлипкие, да? Угу. Жесткая шаг под ключ. Алекс, бедная, на тебе. Есть. Чего? С одной тычки вырубил меня, что нет, ли? Не с одной, я тебе до этого еще много дал. Ты че выигрываешь? Я не понял. Ой, ты че, лучше меня играешь? У меня есть вот эта штука. Да не, давай без нее, давай на кулаках, я должен отомстить тебе. Так. Ну. Иди, очкошник, иди. А сейчас ты будешь со мной драться? Да что это вообще происходит? Ты тебя должен вырубить. Ты что, тоже будешь большого брать? Эй, слышь ты! Тут эта драка у нас. О, ты мою штуку взял. А вот теперь я буду власть иметь над тобой. Что это? Ты что, выхватил? Да ты задрал, отвали от меня! Я тебя за руку, да, получается, схватил? Да что с тобой, глючит жестко! Если понравилась эта серия, и вы хотите еще,
ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!